다 먹어. 난 그래. 잠깐만. Откуда взялся подкидыш, выяснить не удалось. А летом 2003 года в подъезде другого жилого дома был обнаружен еще один младенец. Несмотря на большой общественный резонанс, родители подброшенного малыша не нашли ни на этот раз. Ситуация сдвинулась с мертвой точки лишь весной 2004 года, когда в отделение милиции города Новомичуринска Рязанской области пришла студентка Скопинского медучилища Алена Пестова. Ее рассказ шокировал даже видавших виды сыщиков. Пестова заявила, что в городе Скопине она снимала комнату в частном доме. И ей случайно удалось узнать, что хозяин дома...